Приветствую вас на своем канале 18 соток. И сегодня расскажу и покажу вам сорт острого перца, который называется Thai Dragon Yellow, или в переводе тайский желтый дракон. Тайский желтый дракон – это один из самых острых перцев. В открытом грунте куст может вырастать до 1,5 метра в высоту. Но у меня кустик маленький, сантиметров 30, потому что изначально он рос у меня дома на подоконнике в горшке, но места ему там не хватало. Решила пересадить в открытый грунт, но куст своей мощи так и не набрал. Но все равно плоды какие-то завязались. Плоды до 7 сантиметров в длину. Созревают от зеленого до ярко-желтого цвета. Срок созревания около 100 дней. Этот сорт перца широко используется в тайской, вьетнамской, филиппинской и малазийской кухне. У нас этот сорт тоже очень популярен. Вот так выглядит зрелый плод тайского желтого дракона в разрезе. Толщина стенок около миллиметра. Очень острый, как я сказала. На этом обзор перца желтый тайский дракон я заканчиваю. Буду рада, если вы будете заходить на мой канал и следить за другими сортами острого перца, которые я буду показывать.